Недавно в эксклюзивном интервью «Вечернему Магадану» мэр города Юрий Гришан рассказал о том, что главной целью в сфере жизнеобеспечения областного центра являлось обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации магистральных тепловых сетей, в том числе их максимальная замена в связи с изношенностью. В первый год своего первого срока полномочий он заявил, что первая тепломагистраль должна быть реконструирована. И уже в 2017 году прошли масштабные работы по замене этого участка, который обеспечивает теплом 40% населения областного центра. На следующий год мы полностью заменим первую тепломагистраль. В 2022 году мы должны полностью всю эту цепь, вот четырехлетнюю работу, соединить воедино. И на ближайшие 40 лет трубы будут находиться в нормативном состоянии, и мы не будем испытывать на этом участке никаких проблем. Все это лежит под городом, под улично-дорожной сетью. Это приводит и к тому, что мы нарушаем благоустройство, скверы, тротуары, дороги. Потом некоторое время по ямам ездят, потому что мы не успеваем заасфальтировать в текущем году. Делаем, как правило, это на следующий год. Это, конечно, для меня как мэра очень неприятно, что за каждым разрытием, за каждым ремонтом идет восстановление элементов благоустройства.